Изблизи, просто выползайте из спеша. Ребята, вы снова с нами на связи, с Насисто. Расскажите о принципе создания вашей музыки, из чего вы черпаете вдохновение? Кто главный рулевой шаман? У нас все главные. А у нас вообще... Каждый вносит что-то свое, на самом деле. И поэтому получается так интересно. Да, у нас есть... У нас практически все пишут музыку, все пишут слова, все пишут звук. Все, и каждый... Все делают... То есть каждый дает идею. Каждый не согласен с другим еще. Да, что очень важно. И вот, собственно, источник вдохновения. Это противостояние. Противостояние того, как это должно быть. Пошли в баню потом. Ну, вообще отдых такой здоровый, полноценный отдых, чтобы как бы просто после этого уже лежать и ничего не делать. Чуть подольше, потому что мы только вчера приехали, толком не успели ничего. Вчера вечером. Вчера вечером, да.